Всем привет! Вы на канале «Что приготовить?» И с вами я, Виктория. И сегодня мы будем готовить кабачки, фаршированные овощами и рисом и запеченные под вкусной сырной корочкой. Для приготовления нам понадобится кабачки 5 штук, помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, рис, сливки, соль, перец. Для начала кабачки моем и отрезаем кончики. Затем ложкой или специальным приспособлением выбираем всю сердцевину кабачка, семечки и мякоть. У меня кабачки молодые, без сформировавшихся семян, поэтому я буду использовать всю мякоть. Одну часть крышечки и мякоть от кабачка я порежу для начинки, а другая часть у меня пойдет на приготовление супа-пюре из кабачков, который я вам покажу в следующем видео. 2-3 крышечки я оставлю и запеку для украшения. Кабачки солим и поливаем растительным маслом или взбрызгиваем. Крышечки от кабачков и сами кабачки нарезаем для начинки мелкими кубиками. От кожуры очищаем помидоры и мелко нарезаем. Затем мелко нарезаем лук и чеснок. Наливаем воду и ставим вариться рис 100-150 грамм примерно. Все овощи готовы, приступаем к приготовлению начинки. Обжариваем до золотистого цвета лук. После лука обжариваем кабачки. За кабачками обжариваем помидоры. Солим, перчим по вкусу. Добавляем чеснок. Хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой и оставляем тушиться на 5-10 минут. При желании в блюдо, в котором мы будем выпекать кабачки, можно выложить несколько ложек тушеных овощей. Затем сливаем рис и добавляем в нашу начинку, хорошо перемешиваем. Добавляем 100 мл сливок или там примерно 5-6 ложек по вашему усмотрению. Хорошо перемешиваем, оставляем на 2 минуты на маленьком огне. Накладываем начинку в кабачки. При желании их можно присыпать сверху тертым сыром. И ставим выпекаться в духовку на 45 минут при 180 градусах. Блюдо получается очень вкусное. И очень оригинальное и легкое в приготовлении. Такие кабачки можно подавать как самостоятельное блюдо и также просто как гарнир. А я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч!